Электронные сигареты или вейпы могут вызвать заболевания сердца и желудка. Об этом говорят казахстанские медики. А между тем, никотиносодержащие гаджеты сейчас может купить едва ли не каждый ребенок. По данным Наццентра общественного здоровья, за последние 3 года число курящих электронные сигареты детей выросло в 2,5 раза. Оказалось, что контролировать реализацию вейпа в стране сложно. До сих пор нет техрегламента, нет методологии по определению содержания никотина. Почему они доступны детям и насколько вредны эти с виду модные девайсы, разбиралась Динара Жанбатырова. Где ты их купила? В Сиге, который находится в этой школе. В каком классе ты учишься? В 9-м. В 9-м классе. Тебе нет еще 18? Нет. Это модный гаджет для доставки никотина в организм. Среди молодежи электронные одноразовые вейпы очень популярны, а яркие вкусы, похожие на жвачку или мармелад, привлекают даже детей. Я даже не знаю, как точно называется эта вещь, но я нашла это у своего сына в рюкзаке. Я заходила в магазин, ближайший возле дома, чтобы посмотреть, действительно ли они в открытом доступе. И оказывается, они по очень привлекательной цене. Ребенок, который может 2-3 дня не покушать, не пообедать в столовой, может приобрести эту вещь курительную. В этом устройстве содержится от 2 до 6% никотина, что называется, на любой вкус. Нет ни здесь никаких кнопочек или надписи о том, что курение вредит вашему здоровью. Кстати, работает оно на литейно-ионном аккумуляторе, а значит, и утилизации подлежит особенной. И, кстати, мало кто знает, что 2-3 затяжки этого устройства равноценны одной выкуренной сигарете. Пар вместе с никотином сразу поступает в мозг, и он получает огромную дозу никотина, которая просто выключает его мозг, и такие дети падают в обморок. Это во-первых. И второе, вот та жижа, которая внутри, это маслянистая жидкость. Здесь пропиленгликоль, глицерин и никотин, а также куча других каких-то ароматизаторов, которые придают вкус, они оседают в легких. И даже могут вызывать аллергию, считают врачи. По мнению нарколога, последствия от курения таких сигарет отразятся и на потомстве. В медицине уже появился новый диагноз – болезнь вейперов. Но самое гадкое – появляются уже соматические различные заболевания. Это в первую очередь стенокардия, ишемическая болезнь сердца, хроническое обструктивное заболевание легких, гастриты, язвы и так далее, так далее. По сути, закон жестко контролирует реализацию как табачных, так и никотиносодержащих изделий. Норма есть в Кодексе о здоровье и предусматривает штраф за продажу несовершеннолетним, курение в общественных местах и за выкладку без шторки – от 15 до 70 МРП. При этом в законе четко прописано, что на один кубический сантиметр должно быть не больше 1 миллилитра никотина. Но проверить на деле, сколько никотина в вейпах, невозможно. Нет методологии. По потреблению исполняют МВД. Если курят данные вейпы, допустим, в ресторанах, они могут наложить штраф. Если продают его без шторки, то это местный исполнительный орган акиматы. Там обычно 1,5 человека работают, даже не 2 человека. Он, конечно, не может все это объять, необъятный рынок вот этих сигарет. Общественники уверены, весь контроль за никотиносодержащими изделиями необходимо передать полицейским. Сейчас вот кого не спросишь, госорганы говорят, есть мораторий на проверку там бизнеса, поэтому нельзя. Но это отмазки. Я считаю, что необходимо мониторить, необходимо наказывать бессовестных предпринимателей, которые занимаются таким бизнесом, и привлекать их к уголовной ответственности в первую очередь, за то, чтобы эти вейпы вообще запретить в нашей стране. Тем временем импорт никотиновых жидкостей в страну с начала года вырос в 1,5 раза. На ситуацию может повлиять техрегламент табачных изделий, куда отнесли и вейпы, и электронные сигареты, считают общественники. В настоящее время техрегламент находится на стадии разработки. И после того, как он будет разработан, утвержден, он будет применяться. А без техрегламента они могут садиться? Ну, если есть сертификат качества. Другими словами, доверяя производителю. Между тем, 37 стран уже полностью запретили вейпы, ограничили их использование в Канаде и Японии. А причина вся в том, что до сих пор нет научных подтверждений о безопасности этого продукта. Динара Жанбатырова, Анель Абдимова, Таир Мирыкенов. Итоги дня.